Жительница села Белое озеро Наталья работает медсестрой уже 13 лет. За это время ее место работы, фельдшерско-акушерский пункт, пришел в полную негодность. Аварийное здание, где когда-то находился детский сад, уже не отвечало современным требованиям. До переезда в новое здание осталось недолго. Факт новый, конечно, необходим. Люди мучились. Приходили, холодно было, очень холодно было. Ремонт практически никакого, здание аварийное. Новому медпункту рады и остальные жители. Зимой не придется мерзнуть, да и фельдшеру будет намного комфортнее работать. Для меня он будет поближе, километраж мерить. Вот. Ну уж как там будет условия, наверное, лучше будут. В селе Мэнского района проживает 400 жителей. Новый ФАП с просторной процедурной мебелью и оборудованием для них откроется к осени. Стоимость строительных работ составила почти 7 миллионов рублей. Кроме этого, новые пункты будут построены в поселке Новоанинский и в селе Уржумское Мэнского района. Все работы выполняются в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.